Это автономный мобильный робототехнический комплекс, беспилотное транспортное средство. Его используют для снятия показаний экологической обстановки прибрежной зоны. Этот комплекс уникальный и не имеет аналогов. А МРК – разработка нижегородских ученых двух кафедр Политехнического университета. Проект изобретения студенты политеха повезут на фестиваль молодежи в Сочи. Это хорошая возможность, как бы, показать разработки Нижегородской области, привить интерес молодежи к данной научной деятельности и показать, что, как бы, Нижегородская область является хорошим, ну, как бы, подспорье науки. Из 1280 заявок выбрали всего 100 лучших. Здесь и молодые ученые, и айтишники, спортсмены, и музыканты. Они будут рассказывать о Нижегородской области и представлять свои проекты перед участниками из 193 стран мира. Я жду очень-очень много новых знакомств и новых каких-то контактов, которые мы можем использовать для своей работы, действительно сгенерировать какие-то новые проекты. Ну и кроме того, можно просто подружиться. Даже если не работать, можно просто подружиться, общаться, ездить друг к другу. Я думаю, что каждый из нас из сотни найдет таких друзей из всех 190 стран, которые туда приедут. Возможность пообщаться с молодежью из разных стран, понять их менталитет, понять, как они видят мир, расширить границы своего сознания, так можно сказать. Наши подшефные страны – это будут Израиль, Северная Корея и Босния и Герцеговина. С ними, безусловно, будет интересно, я в этом уверена. У нас один из самых высоких конкурсов был на протяжении всего отбора в команду. 1 к 13, 1 к 14, было огромное количество заявок. И, конечно, поехали лучшие из лучших. Это молодые ученые, спортсмены, музыканты, искусствоведы, общественные деятели, ребята, которые занимаются общественными проектами, социальными проектами. Я думаю, что сама энергетика, наверное, делегации, она заряжает. Глава региона Глеб Никитин отмечает, что участие в фестивале – это бесценный опыт для молодежи. Когда ты отрываешься от такой основной рутины, от основной повестки, встречаешь людей из других стран с другим мировоззрением, с другими знаниями, ты обогащаешься совершенно невероятным образом. Ты становишься другим человеком, перегружаешься по-настоящему. Плюс, поймите, нам есть что сказать. Это город и регион талантливых людей, талантливых ученых, в том числе подготовленных людей. И нам есть что сказать, привнести в такую мировую интеллектуальную и культурную повестку. Участие Нижегородской области во Всемирном фестивале молодежи и студентов войдет в историю, как это было в 57-м и 85-м годах. А небольшим отрывком этой истории для каждого из этих мальчишек и девчонок станет селфи с новым главой региона. Алевтина Батурина, Алексей Калякин, объективно, ННТВ.